Сколько раз у нас на «Эхо Москвы» говорили, если не Путин, то к власти придут фашисты. А мы с вами говорили, ребят, да, вы посмотрите, путинские ребята, они же и есть те самые фашисты. Они же та самая корпоративное государство. А нам говорили, нет, сейчас придут страшные коричневые. А потом нам говорили, нет, сейчас придут страшные националисты. Какие страшные националисты? Главный националист Путин.